вами Топ Хайп, и в этом выпуске вы узнаете, как разрезать лайм-сигареты и еще 6 крутых споров, которые вы всегда сможете выиграть. Номер 1. Открываем пиво с помощью одного листа А4. Попросите известного умельца на все руки помочь вам открыть бутылку пива. Разумеется, не простым способом, а с помощью одного листа А4. Конечно же, ваш товарищ только разведет руками, после чего сделайте следующее. Сложите лист столько раз, пока у вас не появится плотный сверток, размером примерно с зажигалку. Затем обхватите горлышко одной рукой, а другой открывайте свертком крышку, точно так же, как вы это делаете при помощи любых других плоских и прочных предметов. Сможете ли вы поставить банку из-под газировки на ребро? Для этого трюка вам понадобится только пустая банка от газировки и все. Если взять пустую банку объемом 0,33 литра и поставить под углом 45 градусов, банка будет прекрасно стоять. Также она сможет сохранить крутых споров, которые вы всегда сможете выиграть. Номер 1. Открываем пиво с помощью одного листа.